Пойдем прогуляемся туда. Здравствуйте! Пришла зима, ходим по огороду, смотрим, что нового, что делать весной. Но вот осенью поставили теплицу, и сегодня мы с вами поговорим о теплице. Вот, значит, теплица вот такого вида. Название у них разное, но идея одна. Значит, сохранить урожай. Как говорится, в холодное время. Ну, вон, видите, форма у нее какая вот. Получается такая вот форма. Форма. В виде стрелы. Ну, завод-производитель гарантировал, что эта теплица простоит всю зиму. И, как говорится, снегом ее не раздавит. Начали эксперимент начала зимы. За все время почистил один раз, то есть практически 2 месяца она постояла, хорошо держит, все. Значит, за это время снега выпало, вот если сейчас немножко отойти, вот посмотреть, вот на огороде, вот смотрим, снега выпало, ну, 25 сантиметров, наверное, точно. Но будем говорить, что конструкция достаточно хорошая, 2 месяца простояла, снег не убирали, вот. После того убрали, вот еще сейчас где-то сантиметров 8-10 снега, и будет еще стоять. Убирается очень хорошо. Вот взять, если лопату взять, вот так вот раз, ну можно сверху, видите, это раз, и легко. Ну, если говорить о конструкции теплицы, то заводом-производителем достаточно много хороших роликов там и очень удачных, я так бы сказал, роликов. На чем остановимся? Ну, во-первых, значит, делали заранее бетонный фундамент. Бетонный фундамент, значит, как, значит, в буклетах было написано 3 на 6. Значит, заливали, когда фундамент дома, ну вот, бетон остался, залили. Но получается так, что если замерить, ну мы сейчас замерять не будем, но кто будет приобретать теплицу, рекомендую заранее ее замерить, потому что по размерам она получается не 3 на 6, а немножко меньше. Где-то получается 2,95, может быть 2,94, может быть так вот. Ну то есть надо перед тем, как делать фундамент, надо замерить. Но вот здесь, если посмотреть с этой стороны, здесь, видите, все занесло. Но вот мы сейчас немножко откопаем. И здесь вот будет видно. Будет видно. Вот. Видите? Вот бетонный фундамент. Так. Вот бетонный фундамент. Вот. Значит, обязательно надо замерить, значит, размер теплицы. Вот, значит, отсюда меряем. И, значит, до этого расстояния. Перед тем, как приобретать теплицу, обязательно замерьте. После этого, значит, если кто-то решит, значит, бетонный фундамент делать, значит, будет удобнее и лучше. Значит, делали бетонный фундамент. Значит, когда делали бетонный фундамент, здесь сделали закладки. Ну, сейчас вот тоже откопаем немножко. Я думаю, найдем. Так, вот. Металлические закладки здесь. Где-то они. Здесь. Есть. Так. Вот они. Смотрим. Вот она.
Вот она, вот металлическая закладочка. Металлическая закладочка. Для чего мы это сделали? Значит, надо было к бетонному фундаменту привязать деревянное основание. Здесь вот, значит, завод-изготовитель рекомендует брус. Но брус дороговато. Значит, использовали обычную доску. 20-я доска была, мы ее распилили напополам, соединили, сбили по размерам. И здесь вот, значит, бумагой сверху, снизу уложили, чтобы, значит, вода не попадала, чтобы дольше постояла. И после этого вот это вот к этим металлическим закладкам привалили уголок, а этот уголок, значит, соответственно, к деревянному основанию, на чем стоит фундамент, на чем стоит теплица. Вот закрутили, и получилось достаточно хорошо. Значит, получается таким образом, что, значит, ветер, дождь, значит, теплица выдержала хорошо. Но вот зиму практически уже ползимы простояла. Очень хорошо. Я говорю, что возможно она и всю зиму бы простояла, чтобы ее не счищать. Но я думаю, так вот один раз в 2-3 месяца, если почистить снег, то это будет даже очень неплохо. Ну и вот если зайти вовнутрь, с той стороны там снега побольше, а здесь вот поменьше. Здесь у нас, видите, получается территория немножко подклон. Если зайти вовнутрь, ну по фундаменту понятно, да, замерить надо, прежде чем ставить. Если зайти вовнутрь, здесь вот сделали следующим образом. Видите, вот тоже видно, что здесь мы маленько выровняли. Предварительно, значит, травой застилали. Потом, значит, сделали застил землей, выровняли. И вот сделали вот такие небольшие грядочки. Значит, это было сделано из расчета, чтобы здесь можно было свободно ходить. Здесь можно будет вот где-то бочку поставить, где-то какой-то инструмент положить. И когда собирали теплицу, прямо скажу, что правильно было сказано в ролике, что завод-изготовитель, все очень точно совпало, то есть проблем не было, когда собирали, закручивали все. И несложно даже. Вот я практически один ее собирал. Очень просто, очень легко, очень хорошо. Здесь вот можно остановиться на следующем. Вот завод-изготовитель, значит, рекомендует, ну там рекомендовали, значит, вот эти листы, которые, значит, это 6-метровые, разрезать и по одному, значит, соответственно, ложить. Я подумал, что ну, одному и по одному листу будет, после разрезая, будет сложнее. Я взял вот этот весь лист 6-метровый, просто напополам его разделил, сделал, значит, ну, будем говорить, что вот она, видите, достаточно мягкая, вот так вот продавил ее тупым предметом. Получилось пополам. После этого, значит, затащил сюда и перегнул. И получается вот это у меня с основания цельное. Основание цельное. Я думаю, даже так лучше получилось и хорошо. И, во-первых, легче так делать, и лучше. И вот проблема у меня возникла вот с этим, и где-то почему, и при этом, значит, то самое. Эту проблему никто не говорил, как решать. Если, ну, вот отсюда видно, вот видите, сверху теплицы, вот металлический такой козыречек стоит. Он состоит из трех частей. Я, значит, вышел из положения следующим образом. Вот эти три части на земле я взял, значит, замерил расстояние, взял эти три части, значит, склепал. После этого, значит, положил на теплицу и закрепил. Здесь вот удобно получается, значит, с одной стороны закрепил и с другой стороны. Ну, соответственно, с той стороны, сверху это закрепил. После этого металлические полоски, и все очень получилось достаточно неплохо. Ну, вот я думаю, что теплица будет стоять не один год. Все хорошо, замечательно. Но единственное, вот, может быть, проблема ее передвигать. Будет проблематично, хотя можно и передвигать. Но будем, значит, грунт менять. Вот, думаю, вот таким образом будем заниматься сельским хозяйством в тепличных условиях. До новых встреч. Вместе с вами будем выращивать хороший урожай. До свидания. Thank you.